И всем привет! Мы вернулись в субсистенцию, значит, скоро будет обновление. Не знаю, возможно уже этим ночью или через пару часов, потому что я об этом обновлении знал уже еще с утра, но, блин, надо было идти на работу, поэтому ничего не получилось снять его. Значит, коротко расскажу так, что я только знаю, самое крупное такое, значит. Разработчик переработал полностью теперь ИИ, то есть искусственный интеллект этих охотничков. Вот, теперь он их приравнял как бы к персонажу, то есть ему нужно кушать, теперь ему нужно собирать то же самое, лут ходить, охотиться, насколько я понял, на рыбалку, да, теперь вы будете встречать охотников, они будут уходить, ну, не все, конечно, какой-то, не знаю, может, один-двое будет уходить на рыбалку. Причем не в одно и то же место, как говорит разработчик, а в разные места будет ходить. То есть его можно встретить, ну, на любом озере, на всей карте, короче говоря. Потом дальше. Теперь они научились открывать двери. То есть это не значит, что он придет в вашу базу откроет. Нет, то есть они у себя будут ходить на базе внутри. Переработаны полностью базы теперь, я так понимаю, что они теперь стальные стены будут делать, то есть их уже сковырнуть так легко, как раньше, уже не получится. Теперь он переработал так, чтобы они не спавнились возле камней, то есть раньше можно было запрыгнуть на балкончик, как я, собственно говоря, несколько раз делал, если у меня там видео, теперь с этим уже не получится. Теперь они будут строить большие базы. Я так понимаю, останется приоритет уже самая маленькая база, ну, относительно маленькая база, потом средненькая и самая крупная, самая жирная с лутом. Теперь им нужно тоже руду добывать, готовить, кушать. То есть, если увидите охотничка, который сидит возле костра, жарит мясо, то есть вы его грохнете и заберете у него еду, плюс еще к тому же. Так же самое на рыбалке, то есть, как видите, что он поймал рыбу, можно смело валить его и забирать еще как бонус рыбу. Плюс, по-моему, даже я вот в этом последнем пункте не уверен, что они еще должны охотиться. То есть раз он их приравнял к этим вот, ну, к людям, ну, как, то есть к игроку, то есть им тоже надо будет еда, собственно говоря, шкуры, жир для того, чтобы гонять генераторы. Вот, и все такое прочее, крафтить вещи тоже, то есть им как бы все это надо будет. Единственное, что я не знаю, будет ли сейчас у нас конкуренция за ящики с лутом. Но я не думаю, что уже до такого маразма дойдет. Ну, будем посмотреть, оно еще пока не вышло, поэтому пощупать я это все не могу. Вот. А, и штаны. То есть первоначальные бомжатские штаны теперь порвать на тряпочке нельзя, и бинс уже с них не сделаешь. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но вот так вот. Вот. Ну, в принципе, я так думаю, основное, что самое такое. Плюс там еще много чего должно быть, но у меня пока такой информации нет, прям точно по всем. В общем, так что вот так. Вот. Всем спасибо за просмотр и всем пока.